Итак, для вязания руки мы делаем магическое кольцо. И в него вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Кольцо стягиваем. Прокладываем контрастную нить. И в следующем ряду вяжем столбик без накида прибавления. Столбик без накида прибавления. Столбик без накида. Прибавление. Столбик без накида и прибавление. Мы с вами связали второй ряд. В ряду у нас 9 петелек. Следующие два ряда, 3 и 4, мы вяжем без прибавлений. По 9 столбиков без накида в ряду. Эти два ряда вы вяжете самостоятельно и возвращаетесь ко мне. Ну вот, мы с вами связали четвертый ряд. В ряду у нас 9 петелек, следующий ряд 5, и здесь мы вяжем столбик без накида убавление, столбик без накида убавление, еще раз столбик без накида убавление, столбик без накида и последнее убавление. Дальше с 6 по 11 ряд мы с вами вяжем по 6 столбиков без накида в ряду. Эти ряды вы вяжете самостоятельно, закончите 11 ряд и возвращайтесь ко мне. Я связала 11 рядов, и теперь нам нужно связать обе стороны нашей лапки. Итак, вяжем столбик без накида для того, чтобы мы с вами подошли к серединке. И теперь связываем обе стороны. Вкалываем крючок сначала в петельку перед последней, затем, которая идет за последней. Связываем обе части руки столбиками без накида. Нить вытягиваем и обрезаем. Оставляем небольшой кончик для пришивания. Таким же образом мы с вами сделаем вторую ручку. Итак, для ушка мы с вами делаем магическое кольцо и в него вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и последний, шестой. Кольцо стягиваем, прокладываем контрастную нить между рядами и во втором ряду вяжем столбик без накида прибавление, столбик без накида прибавление, еще раз столбик без накида прибавление, столбик без накида и прибавление. Во втором ряду у нас 9 петелек, следующий ряд 3, и мы вяжем без прибавлений 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый.
Следующий ряд 4, и мы увеличиваем количество петель до 12. Здесь мы вяжем 2 столбика без накида прибавления. Первый, второй, прибавление. Еще раз. Первый, второй, прибавление. Первый, второй и прибавление. Следующие ряды с 5 по 8 мы вяжем без прибавлений по 12 столбиков без накида. Эти рядочки вы вяжете самостоятельно и возвращаетесь ко мне. Я связала 8 рядов, следующий ряд у нас 9, и здесь мы вяжем 4 столбика без накида убавления. Первый, второй, третий, четвертый, убавление. Еще раз. Первый, второй, третий, четвертый, убавление. В ряду у нас 10 петелек, следующий ряд 10, и это последний ряд. Здесь вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и последний, десятый. Ниточку закрепляем и оставляем кончик для пришивания. Таким образом делаем еще одно ушко. Все детальки, кроме хвостика, у нас с вами готовы, и давайте начнем сборку нашего зайчика. Для начала мы пришиваем голову к туловищу. Располагаем голову, ориентируясь по глазам, и пришиваем к туловищу. У нас в последнем ряду головы и в последнем ряду туловища одинаковое количество петелек, поэтому в каждую петельку туловища мы пришиваем одну петельку головы. Можете пришивать любым удобным вам способом. Закончите и возвращайтесь ко мне. Теперь пришиваем ручки. В принципе, сшивание деталей — это такой достаточно простой процесс, и здесь никакой такой схемы нет. Я все делаю на глаз и ориентируюсь по тому, как мне нравится. Пришивайте ручки самостоятельно, и сейчас будем пришивать ушки. Теперь ниточкой черного цвета, у меня это нить мурине в два сложения, мы вышиваем мордочку для нашего зайчика. Итак, отсчитываем от наших глазиков, от правого глазика 2 петельки, первая, вторая. И вот здесь у нас будет располагаться носик на 2 столбиках. Мы вкалываем иголочку на рядочек ниже и выводим в то место, откуда у нас с вами будет начинаться нос. Небольшой хвостик оставляем для того, чтобы потом связать кончики нити. И на расстоянии 2 петелек мы несколько раз вышиваем носик.
Стараемся вышивать симметрично, равномерно. И толщину носика вы уже выбираете самостоятельно. Можно более плотный, можно тоненький. Здесь уже как вам больше нравится. Теперь мы вкалываем иголочку в серединку между этими петельками двумя и выводим на ряд ниже. И теперь делаем перемычку, вкалываем в то место, откуда только что выходили, и точно так же несколько раз делаем стежки. И выводим эту иголочку к нашему хвостику. Здесь мы с вами ниточку обрезаем. Вот эти кончики между собой связываем. Хвостики я делаю покороче и прячем эти хвостики внутрь головы. Ну вот, мордочка зайчика мы с вами вышили. Теперь нам нужно пришить ушки. Что касается ушей, то пришивать мы их будем... Во-первых, вы, конечно, можете их пришить и вот таким образом. И точно так же, как я. Я их буду пришивать немного на правую сторону и вот таким вот образом. При этом пришиваю я немножечко в сложенном виде. То есть вот так вот я складываю и пришиваю с правой стороны нашему зайчику. Сделаю я это за кадром. Вы также пришиваете ушки и возвращаетесь ко мне. Ну вот, ушки зайчику я пришила, и теперь нам нужно сделать хвостик. Для красного зайчика я делала хвостик вот такого помпончик. Просто на вилочке накрутила пряжу и сделала такой помпон. Если вы не знаете, как делать помпон на вилке, то есть я делала помпон и показывала это видео, как его делать для амигурушки эльфа. И в комментариях в описании к видео внизу под стрелочкой, если нажмете, вы можете перейти по ссылочке на тот момент, где как раз мы с вами делаем помпон в этом видео. Для этого зайчика, для белого, я сделаю хвостик из пряжи. Пряжей белого цвета делаем магическое кольцо. Можно, в принципе, использовать здесь красную пряжу, но я хочу беленький хвостик. Делаем магическое колечко и в него вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и последний, шестой. Кольцо стягиваем. Здесь я не буду прокладывать контрастную нить. Во втором ряду мы вяжем 6 прибавлений. То есть в каждую петельку первого ряда вяжем по 2 столбика без накида. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и последнее прибавление, одиннадцатый и двенадцатый. Следующие два ряда мы вяжем по 12 столбиков без накида, без прибавлений. Первый.
и второй. Ниточку закрепляем и обрезаем, оставляем хвостик для пришивания. И пришиваем хвостик к спинке нашему зайчику. Когда дойдете до конца, практически, когда останется маленькое отверстие, сюда можно добавить немножко наполнителя. И, в принципе, наш зайчик готов. Нам останется только пришить сердечко. Хвостик я пришила. Видите, у меня осталась здесь такая ниточка. Это я пришивала ручку, и тут очень длинная нить у меня осталась. Я не стала ее обрезать и прятать. Этой ниточкой я и буду пришивать сердечко. Сначала мы пришьем сердечко к животику нашему зайчику. Желательно, конечно, чтобы это была ниточка цвета тела. Вы можете закрепить нить любым удобным вам способом и пришить сердечко так, как хотите именно вы. Я пришиваю сердечко к животику. Здесь можно немножечко в другую сторону, пошире вывести. Вкалываем иголочку в сердце. И пришиваем в этом ряду, но уже с другой стороны. Так можно схватить несколько раз. А теперь этой же ниточкой я пришью ручки к сердечку. Сначала вывожу иголочку в сердце. И вот так с боковой стороны. И пришиваем ручки. И то же самое делаем для второй руки. Все ниточки прячем. Теперь можно зайчику из красной атласной ленточки сделать бантик и пришить в районе ушек к
как я это сделала для красненького зайчика. Белому я этого делать не буду. Возможно, это у меня будет мальчик-зайчик. И пускай вот он будет вот в таком виде. Я надеюсь, что этот видеоурок вам понравился, что вам здесь было все понятно. Если какие-то вопросы у вас остались, обязательно пишите в комментариях. Делитесь с друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем спасибо и пока-пока, до новых встреч!